Новый год для каждого из нас – самый любимый праздник, наполненный яркими красками, сюрпризами, зимними забавами, а главное – подарками, о которых мечтается целый год. На елке главы городского поселения «Видное» было все, и главное – хорошее настроение. На детском празднике в кинотеатре «Искра» побывала и наша съемочная группа. Новый год – единственный праздник, который начинают отмечать задолго до действительной даты и который длится до самой середины января. Особую радость Новый год дарит детям. За что дети любят Новый год? Новый год? Потому что там дарят подарки, весело будет, хлопушки позорвать можно. В Новый год всегда салюты запускают, весело. Потому что раздают подарки, салюты. Что ты пожелаешь всем своим друзьям и близким? Чтобы они не болели никогда и были счастливы. Но и взрослые, помня, что когда-то и сами были детьми, ждут от Нового года чего-то особенного. Новая жизнь начинается, новые мечты, что-то новое. Ждешь чего-то нового. Настроение, чтобы было в доме хорошее, здоровье всем. Так. Чтобы был всегда мир, дружба. Снег, настроение. Катается. Ты уже каталась на горке? Там мои стоят. Ну как? Красиво. Перед началом основного действия ребята разогревались играми. В этом им помогали двое странников, пришедших, видимо, откуда-то из Вологодской губернии. Долгожданным было появление Деда Мороза. Вот он, главный герой праздника. Рассказать Дедушке Морозу стихотворение выстроилась целая очередь. И хотя многие, как и пятилетний Рома, уже успели рассказать новогодние стихи на утренниках в своих детских садах, здесь дело особенное. А потом все ребята смотрели представление, наполненное шутками, музыкой и новогодним настроением. А что это вы сюда пришли? На праздник? Ну какой праздник? На Новый год? Татьяна Брылова, Евгений Петров, Евгений Садовский, Видное ТВ.